Друзья мои, всем привет, всем здравствуйте, добро пожаловать на канал к вашему любимому блогеру Феликсу из Риги, из его новой квартиры, из многострадальной двери, которую будем еще решать, что делать с ней, потому что она немножечко покоцанная. Кто не смотрел предыдущие ролики, посмотрите. А у меня для вас другой сюрприз. Я так только ой, что это там появляется? Ой-ой-ой, что это там появляется на заднем фоне? Посмотрите, это появляется новая, совершенно новая кухня вашего любимого блога. Но я вам всю кухню не покажу, не покажу. Так, где я заказывал, когда я заказывал, что я заказывал? Смотрите, пожалуйста, вот здесь вот по ссылочке. Заходите на канал, смотрите вот это видео, там все, я посмотрите, как она красивая. Это новый цвет, таких цветов еще никому не ставили, мне сказали, это новый цвет. Как он называется, сейчас я вспомню, Reed Green, посмотрите, какая подсветочка. Но я вам все еще не буду показывать, тут еще кое-что не подключено, вот, потому что они установщики мебели, они установили все, но надо подключить там все эти... воды, электричество и так далее, когда я еще кого-то там подключу, к этому неизвестно. Ну как вам? Как я смотрюсь на этом фоне? Как здесь будут проходить стримы? Посмотрите, а? Мне кажется, очень классно, очень круто. Попадание в цвет от дизайнера Инны просто вот, ну согласитесь, как красиво смотрится с этим цветом стен. Я просто в шоке. Ну, давайте чуть-чуть, немножечко покажу. Так, здесь у меня раковина с фильтром, да. И она еще не подключена, не помыта, поэтому не обращайте внимания. Мне только что сдали ее, я только что ее, так скажем, получил, принял. Значит, тут у меня холодильник встраиваемый, да, он еще не включен, я боюсь его включать, я надеюсь, что там все будет хорошо. Вот, здесь это такая моя секция на пуш, где я буду хранить, там, я надеюсь, что туда влезет пылесос, который такой переносной, ручной, да, ну, там всякие шваброчки, сушилка и так далее. Это я вот очень хотел. Здесь пуш-система. Ну и так чуть-чуть. Пока что не буду вам еще... Ой-ой-ой, не буду показывать. Нет. Я даже не знал, что уже никаких плинтусов не ставят. Сейчас такой специальной силиконовой штучкой замазывают. Вот так вот, видите, она отблескивает, идет. Вот. Так, что мне тут... Ну это помоется потом. Ладно, это не страшно. Это. Так, подсветка. Вот так вот выглядит подсветочка. Ну, давайте я вам приоткрою один шкафчик. Например, посмотрим туда что-нибудь. Видите, она такая встраиваем. То есть ты ее как не, как будто ты ее не видишь, она вот здесь вот идет. Ее можно регулировать. Ну, сейчас светло еще, да? Сейчас, подождите. Хоп. Погасло. Хоп. Включилось. Хоп. Погасло. Это я вот тут вот так вот делаю. Хоп. Ну, хоп. Хоп. Хоп, потом ее можно подержать, и она станет такой слабенькой для вечера. Хоп, классно, да? Так, кстати, мне сказали, знаете, что это вытяжка, но я вам вытяжку тоже сейчас пока что не буду показывать, как она выглядит. Оказывается, я купил вытяжку, у меня нету еще фильтров, надо еще фильтры докупить. Посмотрите, как с полом сочетается. Вот эта вот поверхность, да, деревянная, мне очень нравится. Смотрите, как хорошо идет. Угу. Ну, технику вам потом покажу, потом. Ну и вот дверь. Ну, вот такие вот пока что у меня здесь обновочки. Ну, если бы не дверь, наверное, я бы был бы более в приподнятом настроении, но вы сами понимаете всю историю, которая случилась, ну, как есть, но вот здесь очень все хорошо поставлено, все просто идеально, мне сказали, каким средством надо, короче, пользоваться, чтобы там все протирать, никаких нареканий у меня нету, там ничего, никаких царапин, ничего нету, поэтому все очень хорошо, все открывается, все показали, все рассказали, все сделали.
Ребята сказали, что каждые 3 дня ставят новую кухню. Вот. Но моя кухня первая, такая кухня с таким цветом первая. Поэтому я, как самый популярный блогер в Риге, я, в принципе, ну как я мог по-другому? Я никак не мог по-другому. Только такую, только самую лучшую. Да, потому что я достоин самого лучшего. А чё себе делать не лучше? Только лучшее надо себе делать. И вот я сделал себе лучше. Так что вот так вот. Значит, наверх пойдут какие-то вещи, которые, знаете... Давайте откроем какую-нибудь... Опа! Пушек. Ну, туда... Опс! Херак, что и развалилась кухня. Значит, туда что-то будет составляться. Ну, что не повседневного использования, так чтобы туда не лазить. Потому что, видите, мне надо какую-то стремянку еще сюда придумать. Я-то сам туда не дотянусь, хотя я почти 2 метра, да. Ну, а сюда, естественно, какие-то такие... Этот не пуш. Этот, вот, он вот так вот открывает. Это не пуш. Надо еще запомнить, где пуш. А, туда, куда редко залазить, значит, там будет пуш, да. Ну, здесь будет пуш по-любому, потому что ручка бы билась бы об стену, да. А эти все, они вот так. Посмотрите, какие там не белые, не стандартные. Потому что я когда с Инной дизайнером разговаривала, я говорю, а там белая будет. Она говорит, ну что ты, белая это уже прошлый век, мы такого не ставим. У нас теперь вот все, ну конечно, она совершенно по-другому. Это лакшери она выглядит. Она выглядит шикарно, шикарно. Все поставили, все эти штучечки, заклепочки. Все вот эти, так, ты как открываешься, ты тоже в эту сторону открываешь. Так, здесь давайте вот так вот, ага, вот так вот на распашонку. Ну, здесь, естественно, закрыто, это, как ее, ну, вы поняли, что. Да, но есть места для готовочки, например, сюда что-то поставить, ну, мы все с вами... Поставим, мы все с вами сделаем, поэтому подписывайтесь, столько еще будет нового и интересного, ну тут все тоже такие вещи, которые нужны будут, да, ну короче, красота, чуть-чуть вам покажу, вот так, вот на кусочек показываю, просто вот такой маленький кусочек показал вам варочной поверхности, она, кстати, шикарная, потому что я думал, что она будет смотреться даже хуже, но она смотрится шикарно. Ну и как вся кухня, в принципе, давайте так, хоп, как будто я вот так, видите, о, как аккуратненько, никаких шумов, о. Так, фильтр посмотрим, фильтр, давайте посмотрим фильтр, вот там вот он стоит, фильтр, не подключено еще ничего, то есть должен сантехник подключать, ребята сказали, что они не профессионалы в этом, поэтому они не подключают. Ну, так. Да, здесь посудомоечную машину. Посудомоечную машину вам могу показать, но она тоже еще пока что не подключена. Закрывайся. Ну, конечно же, полная презентация кухни будет потом, когда я уже все куплю, все разложу. Так что не пропустите. Юрист Алина мне вчера писала, говорит, подписчики пишут, тоже покупает кто-то квартиру, обратились к Алиночке, чтобы помогла им там с договорами и так далее. Ты хочешь со мной гулять пойти, что? Ребенок, ну пока что нельзя. Я тебя возьму как-нибудь с собой, хорошо? Все, начали демонтировать эти... По-моему, были военные общаги или какие-то другие общаги, напишите, кто из этого райончика нашего Петерсала, бывшее американское посольство. Этот кусок земли большой очень принадлежит какому-то наследнику, принадлежал в Австралии. Наконец-то продал, сейчас вот это вот все
будут демонтировать, тут будут строить. Я думаю, что вот такое что-то будут строить. Так что вот так вот популярное место, а я уезжаю отсюда. Так, пешком иду на новую квартиру. Хочу посмотреть, сколько времени у меня это займет. Заодно спрошу в ремонте велосипедов, что происходит. Будет ли вообще велосипед когда-то обратно или нет. Кстати, вот рассматривал вот эти дома. Это поворот с Аркандаугова на Межапарк, да? Думал, вот тут вот покупать квартиры. Такие хрущевочки. Ну, если вот отремонтированный дом, знаете, трехэтажненький. В принципе, было бы и неплохо там сделать ремонт, можно было. Были предложения на третьем этаже, тоже было предложение, но очень быстро купили. Но там полностью надо было делать ремонт, полностью. Вот. А я уже боюсь даже думать, а сколько это денег, если полностью надо делать ремонт. И обставить вон квартиру, сколько денег надо. И пошел! Дождь, я еще не успел дойти. Летний дождь, на-на-на-на-на-на-на-на. Ты придешь. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чуть больше часа. 1:05 где-то быстрым шагом. Я нашел себе зеркало. Угадайте, какое буду брать. Так, зеркало скоро поедет устанавливаться. Я хочу рассказать о магазине Депо. Чтобы вы мне поверили. Знаете, мне кажется, что уже... Я видел очень много там тиктоков, что люди туда, ну, за продуктами ездят, потому что там дешевле. Теперь могу сказать точно про... Ты хочешь? Ну, ты с утра ел. Нет, ты с утра ел. Это вот по утрам тебе вкусняшки. Это вот у него любимая с тыковкой. Вот одна такая штука, если по 6 покупаешь, получается €29. Ну, в простом магазине ЗОО, да, например, такие будут, ну, по-моему, €80, там, на скидках, там, знаете, плюс-минус. Вот его еда, например, да, я покупаю такой пакет. Он был около 11 евро, там, 10 с чем-то, 11,70, где-то здесь найдем. А, ну вот, 10,79, да. Они в ЗОО-магазинах, ну, по 18 евро стоят, на скидках, там, 14,50. Вы понимаете, вообще разница? Разница вообще в 7 евро. Я вообще просто офигеваю от наценок иногда. Просто. Ты понимаешь? Папе приходится выживать. Покупать тебе еду. Выгодно, оптом. Потому что ты прожора нереальный просто. Ты просто нереальный прожора. Да? Дядя? Чундель мой. Черный чундель. Люблю тебя так, да. Нашел какую-то программу на Ютубе из Англии. Девушка-ведущая, она будет жить какое-то время в разных семьях. Вот первая программа, она к аристократам заехала, вот ведущая. Они ее тут учат верховой езде, рассказывают вообще, как это жить, вот быть аристократом, потом она в другие семьи, там, в социальные, там, в простые, рабочие поедет, так интересно. Ой, может быть, кто-нибудь меня тоже хочет на недельку пригласить к себе пожить в пентхаус, в Эциках или еще где-нибудь. Пишите мне, пожалуйста. Будем снимать контент. Жизнь в Латвии. Блогер исследует жизнь простых латвийцев.